Обласний форум «Ровесники молодой Білорусі» пройшов у грудні. Масштабне мероприємство стартувало з діалогової пляцовки, яка об'єднала каля 150 удільників одноіменного сумісного проєкту обласного совета депутатів і журналістів з різних кутків Гродінщини. До слова, форум став одною з ключових подій, примеркованих до тидня молоді, що проходить в Україні з 19 по 25 червня. Окремо того, діалог підвів виніки сумісної ініціативи, яка почала реалізовуватися 8 місяців тому, які огучили піонери проєкту і молоде покоління – ровесники незалежної Білорусі. Тетяна Гришук протягне. Як прогучало, 30-годдя – один з важних етапів у житті кожного. А що гэты рубеж означає у разрезі країни? Для Білорусі, молодої незалежної держави, якої сповняється сёлета 31 год, гэта час великих перемен і переутворенняў. А жыццяўляць їх будуть яны. Ініціативне, рашучыя, сапраўдныя професіяналы своєї справы. Кіраўнікі, прадстаўнікі депутацкага корпуса, уладальнікі дзяржаўных узнагарод, кваліфікаваныя ўрачы, педагогі, спартсмены. Люди, которые планируют не только свою жизнь, но и жизнь своей семьи и нашей страны. Вот в разговоре я им сказала, что вы всю жизнь будете ровесниками молодой Беларуси, сколько бы вам лет не было, потому что вы стояли у истоков зарождения своей личной жизни и зарождения страны. Но вместе с тем сегодня пришел такой этап, когда нужно подумать, а что ты, служа своей стране, готов отдать? А что ты оставишь своим детям, своим внукам и правнукам? Ведь уже подводя итоги своей взрослой жизни, ты будешь оглядываться назад и думать, я строю эту страну, а какая она зависит вот от них самих, от нас вместе. Каб на зямлі ўсё атрымлівалася, трэба працаваць з любоўю і сумленна. Гучыць з вуснаў равесніка маладой Беларусі, удзельніка маладзёжнага форуму Дзяніса Бікрэня. За 4 гады на пасадзе галоўнага агранома філіяла Скідзельскі ён заслужыў павагу калектыву. Яго кампетэнтнае меркаванне ў агранамічных пытаннях увага да дробязей прыносіць плён. Сапраўдный новатор у сельскохозяйственной сферы сярод запрошенных. Люди ценят, если я сюда попал, значит, что-то сделал в жизни, ну, точнее, не сделал, а делаю все правильно, если здесь оказался. Хороший проект, потому что узнаешь с различных отраслей разных людей, с разных организаций, что молодые уже даже директора есть, где-то тренера, что то есть мы можем что-то даже быть полезными для нашей страны. То есть нас ценят, уважают. Вот это самое главное. На протягу многих месяцев журналисты прынёмання, у тым ліку районных газет, знаёмілі чытачоў с молодыми, таленавитыми, сумленными людьми из разных сфер и напрамкаў дзейнасці, безмежно улюбённых у свою справу. По воле лёсу особистая история життя редактора газеты «Ашмянский вестник» Марты Богданович стала адлюстраваннем идеи проекта. 31-годовая жыхарка Ашмян поспела заявить про себе и набыть каштоўный опыт, яким готова делиться. Я лічу, что каждый человек у отказе за лёс нашей краины, за лёс нашей батьковщины. Вельми важно прививать правильные ориентиры, вельми важно быть с такой правильной позицией, как наша молодь была такой. И этот проект так само показывает, вот его главная идея какая. Показать, что наша молодь, она подкованная, она правильная. Вот, и она шануя наши некие такие традиции и продолжая их. Задумывались ровесники, как летопис 31-го молодого белоруса, представника уникального узросту. Але носьбитов особливых якостей значно больше. Тому было принято решение, проект обовязково повинен иметь протяг. По словам старшини Гродинского областного совета депутатов Алены Пасюты, еще многим достойным молодым белорусам есть что рассказать.